Добрый день. Сегодня небольшой обзор вот такой небольшой книги под названием «Дары волхвов». Старый рассказ о Генри. Рождественский. Книжка рождественская. Подарочное издание с очень красивыми иллюстрациями художника Патрика Джеймса Линча. Он вообще иллюстрировал очень много таких именно рождественских историй. В частности, например, есть очень хорошее издание Диккенса «Рождественская песня в прозе», которая тоже была проиллюстрирована этим художником. Тоже очень красивое издание. Ну вот, стилистика рисунка примерно такая же, как в этой книге. То есть опознать этот художник так очень просто. Рисовка такая вот у него характерная. Ну вот, покажу вам страницы этой книги, потому что, конечно, вот она сама по себе книга небольшая. Книга небольшая, но заслуживает внимания именно за издание. Несмотря на то, что всего один рассказ, вот посмотреть такую красивую работу иллюстратора очень интересно. Вот, посмотрите, такие очень детализированные, интересные рождественские иллюстрации. Вот. Очень красиво, очень атмосферно, очень интересно. Ну, сам по себе рассказ достаточно простой. Рассказ о новогодних подарках. О том, что ради близкого человека можно пожертвовать тем, что у тебя есть. Если не знаком, заодно и прочитаете. Классическая история о том, что близкие люди самое главное в жизни. Вот такая замечательная книжка. Почти всю я ее, собственно, вам и показал. Потому что она небольшая, всего один рассказ, напомню. Но, тем не менее, настоятельно рекомендую. Как раз скоро будет Новый год. «Дары волхвов» у Генри. Вот такая небольшая интересная книга.